два брата на соседних жили фермах, и как-то раз поссорились они, но не хотел никто мириться первым, и не хотел простить никто из них. Тогда один из братьев на рассвете прошел по дамбе техникой своей, и потекла вода канавой этой, и разделил участки их ручей. Как раз искал работу плотник, и брат второй закончить, чтобы спор, позвал его и дал ему работу сплошной построить вдоль ручья забор. А сам уехал в город, предвкушая, как брату своему утрет он нос. Случилась ссора первая большая, за 40 лет не в шутку, а всерьез. Когда же он вернулся через сутки, от изумления словно в землю врос, что это издевательство или шутка, через ручей был переброшен мост. Но не успел он даже возмутиться, глядит навстречу, брат к нему спешит. Ну ты даешь, ты стер мою границу, твоим великодушьем я убит. То, что было, родные братья крепко обнялись, и плотника остаться попросили, у них работы, дескать, завались. Но плотник им ответил, улыбнувшись: благодарю, остаться бы готов, но я спешу, мне в этой жизни нужно еще построить множество мостов.